Реликвию привезли в Мамадыш в воскресенье. Самыми первыми ее встретили верующие в соборе Живоначальной Троицы, где она в последующем и приобретет свое место. До окончания строительных работ она будет храниться в храме преподобной Ксении Римляниной. Там же провели и специальную службу по этому поводу. Храм едва вместил всех желающих участвовать на праздничном молебне в честь прибытия святыни. На острове Карфу нетленные мощи святителя покоятся в облачении. Они сохраняют температуру живого человеческого тела 36,6. На ногах надеты башмачки с золотым шитьем. Стоит отметить, что переданный в дар башмачок святителя не единственный. Очень радостный день для всех жителей Мамадыша. Вот второй раз в этом году нашу мамадышскую землю мы доставили мощи. Мощи двух самых святых. Это вот башмачки, которые привезли Спиридонышки. Это тоже, я бы сказал, это тоже чудо для нашего города, потому что такие башмачки сегодня имеются всего в 14 городах по всей России. И вот в нашем небольшом городе они в нашем счастье оказались. Согласно преданию, святитель Спиридон ходит по миру и делает добро людям, при этом его башмачки изнашиваются. А над них появляется глина, песок, водоросли. По обычаю их меняют дважды в год и передают святыню в один из православных храмов в разных уголках мира. Поклониться к великим святыням могут не только жители, но и гости Мамадышского района. Фаузия Нургалимова, Ландыш Бабаниязова, Богдан Рылов, Лилия Шаймарданова. Новости Татарстана.